Добавить ярких красок в привычный зимний городской пейзаж решили участники акции «Скажи свое слово», которая прошла 14 декабря в Кольцовском сквере. Горожане под руководством воронежских мастериц задекорировали деревья, лавочки и фонари. Все желающие могли принять участие в мастер-классах по изготовлению елочных игрушек и новогодних венков. Будем делать новогодние игрушки, вязаные, из лампочек. То есть такие игрушки могут повторить потом дома мамы со своими детишками. Например, варианты игрушек как раз обмотанных шерстью. Это и человечки, и снеговички. Самые яркие украшения для Кольцовского сквера подготовила преподаватель математики Елена Дерунова вместе со своими помощницами. За 2 недели они связали разноцветные чехлы для деревьев и лавочек, а еще сделали гирлянды из пушистых помпончиков. Идею я посмотрела в Москве, на самом деле, ну, в Европе тоже видела. Это не новое искусство уличное, такое уже есть. Вот, и просто захотелось, чтобы в Воронеже тоже оно было. 10 килограмм мы использовали пряжи. Специальная пряжа акриловая для этого куплена, чтобы дольше держалась. Чтобы соединить в единое полотно связанные квадраты, мастерицам приходилось морозить руки и как можно быстрее работать вязальными крючками. Участники акции фотографировали на память свои работы. Ведь это не свитер или варежки, которые можно показать друзьям на себе. Связанные предметы придется оставить здесь. Вот этот вот фрагментик – это мое творчество. Чуть больше 3 часов я на это потратила, но они были растянуты на пару дней. Это было таким порывом вдохновения и удовольствия. Вязаные изделия сделали часть Кольцовского сквера очень уютной и домашней. Так и хочется присесть на разноцветную лавочку.